Доброго дня. Вы на канале Мотосибирь 55. Сегодня у нас еще один небольшой обзорчик. Динго Т-150 New разборный 2018 года. Хотим пояснить, чем же он отличается от предыдущих версий, что стало лучше, что стало хуже. Мотор, как всегда, из последних поколений работает четко, ровно, мотору вопросов нет. Давайте я расскажу по изменениям, которые произошли в отличие от последнего поколения. Нужно сказать о том, что теперь металлический каркас полностью сделан из российского металла. Здесь вот сейчас туннель полностью из нержавейки. Выгнут, борется за массу, за скручивание борется. Более задняя часть стала прочнее, грамотнее сделана. По переду рычаги стали без отсекателей, здесь нету защиты, плохо. Конечно, надеяться на то, что будут непосредственно покупать третью лыжу, так называемую. Но неплохо было бы и все-таки закрыть и эти части, и более бы усиленная конструкция была, и меньше попадало бы снега к двигателю. Немаловажный фактор. Здесь хорошие трехугольники, со всех сторон все обварено. Все эти остальные детали, они китайского производства. Они уже проверены временем. Лыжи, направляющие под лыжу, наконечники, амортизаторы, пластик, электроника, двигатель. Большинство деталей гусеничного блока. Катки обводные, катки основные. Также стала алюминиевая эсклиза, развернутая на Таурер кверху. И очень толстая склиза. Склиза тоже российского производства, 7 мм толщиной. Катки обрезиненные. Также осталась регулировка. Гусеница российского производства, Курск, композит. Нужно сказать, что техника именно последнего поколения разборного снегохода, оно идет с ПСМ. Вот шильдик. Шильдик непосредственно говорит о том, что техника ставится на учет. В Ростехнадзоре можно, идет ПСМ в комплекте. Можно спокойно ставить, пользоваться кому необходимо. Защита с обеих сторон от попадания снега. Вот такие вот не очень практичные, будут ломать их постоянно. Внутри нету защитной кромки. Если вы думаете, наварили бы что-то, чтобы это сидело плотно, чтобы можно было упираться каким-то образом, было бы от нее какой-то толк. А так это просто сопли. Также убрали с разборного снегохода, убрали скрутки, быстро скручиваемые. Не, теперь техника на простых болтах, а не на быстрых скрутках. Вот это тоже огромный минус. Вроде разборный снегоход, но приходится с собой таскать уже большее количество ключей. Более проблематично это все происходит. Аккумулятор остался гелевый. Защита цепи также. 530-я цепь устанавливается. Также у нас реверс. Вперед нейтральная задняя передача. Такая же панель приборов. А вот с баком немножко, конечно, в минус опять же ушли. Пластиковый бак, типа борются за вес, легче должен стать снегоход. Ну там, не знаю, что-нибудь там 400-500 грамм что-то дадут, непонятно. А вот подогревы ручек стали заметно лучше греть. Лучше масса стала, более серьезные нагревы внутри. Элементы нагревания как бы хорошо греет, больше мне это понравилось. Стекло стало на болтах прикручено, и здесь быстросъемные болты убраны, то есть все придется откручивать. А еще помимо этого и отдельно еще прикручивается руль тоже болтами насквозь. Тормоза гидравлические, вот, все как бы как и было до этого. Новое сиденье, оно было и в предпоследнем поколении, его и сюда устанавливают.
Вот такая вот часть здесь, если помним, конверт был из синтетического материала, который там на него жаловались, он часто там типа рвался, там, если туда тяжелые предметы складывали, они типа там продырявили его насквозь и так далее. А вот сделали пластиковую внутреннюю часть, чтобы ничего не дырявило, ничего не происходило. Это один из плюсов. Также хочу сказать, что из минусов боковые подножки раньше всегда фиксировались в середине. Фиксировались в конце, фиксировались в начале быстро с скруткой и в середине. Теперь этого не происходит. То есть, если вы захотите за пороги поднять, то вот таким вот образом они болтаются. Можно спокойно отломать концы. Мне это тоже очень не нравится. Из плюсов рамка для номера. И самый главный плюс, наверное, все-таки еще сзади, что можно теперь нормально поднимать снегоход. Есть за что взяться, за что потянуть, за что поднять и так далее. Прицепное то же самое, стопик тот же самый, ничего особо не изменилось. И раньше был резиновый хороший брызговик, а теперь поставили пластиковую какашку, которая будет тоже при минусовой температуре хорошей разлетиться в щепки стопудово. Вот. Есть конструктивные минусы, но есть, конечно, и плюсы определенные, судить вам. Но, однако, на данный момент этот буксировщик, этот снегоход является одним из самых лучших на рынке среди малообъемной кубатурной техники. Вот. Здравствуйте, до свидания. Здравствуйте, до свидания. Если хотите приобрести, пожалуйста, переходите на сайт motosibir55.ru. Техника есть в наличии, и вскоре будет видеообзор уже и на обновленную версию, неразборную Ирбиса 150 SF. И попробуем его в снегу в деле. Тем, кому видео понравилось, пальцы вверх, делитесь видео, всем рекомендую данный снегоход, очень удобно, особенно тем, кому необходимо в какую-то небольшую машину сложить. Разборная техника, очень удобно. Отделили большие части, все сложили, даже в багажник универсала или кроссовера он спокойно помещается, можно перевозить. И собирается довольно-таки недолго. Раньше еще быстрее собирался за счет быстроскруток, теперь немножко медленнее. Вот, кто захочет купить в городе Омске, Енисейская 3В магазин и 13-я Комсомольская 1/2. Ну а все остальные отправляем в любой регион, в любой транспортной компании. Сайт motosibir55.ru. Переходите, смотрите, техники очень много, и летней, и зимней. Ну а я с вами прощаюсь. Всем до свидания, всем пока.